Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и сегодня мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафте. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за 15 тысяч лайков под предыдущей серией троллинга. Только благодаря вам мы снимаем эту серию. И вы, ребята, прекрасно знаете, что сейчас нужно делать. Конечно, ставить огромные пальцы вверх на наши видосики. Давайте мы еще раз наберем по 15 тысяч лайков и на моем, и на Жекином видосе. И как только мы это сделаем, то сразу же выйдет следующая серия. Да, Евгений? А, я с тобой полностью Одессон согласен. А как по-другому? Если не берем, то ничего не выйдет. Вот именно, все, давай. Поехали. Да, у меня сегодня, ребята, будет немного странная карта, а точнее, ну как будто Need for Speed, то есть гонки. А точнее, Жека мне уже вот раза два или три рассказывал то, что Эдисон, я хочу сдать на права, вот потом будет машина, вот я хочу там на права. Вот как раз таки сегодня мы в серии посмотрим, умеет ли Жека водить машину и есть ли у него вообще какой-то потенциал. Поэтому сегодня у него будет прям мини-мини автошкола, то есть школа вождения, можно вот так сказать. Я вам больше ничего не скажу, то у меня тут будет прям реально гоночные трассы, как вы это видите. Все, больше ничего не покажу. А покажу, если вы, ребята, реально подпишитесь на канал, это в первую очередь. Не забывайте то, что если вы раньше, ребята, не подписывались, всегда думали то, что а да это не важно, как-то потом подпишусь. Я вам напомню то, что это всего лишь одна секунда нажать на красненькую кнопочку с надписью подписка. Ребята, это одна секунда, а мне прям офигеть, как будет приятно. Пожалуйста, ребята, подпишитесь и давайте реально наберем на этом видосе 15 тысяч лайков. И сразу же выйдет следующая серия троллинга. Я же знаю, вы любите троллинги, да? Поэтому, что мы сейчас будем делать? Конечно же, пойдем к Жендосу, пройдем его троллинг, как... за 2 минуты! И потом вернемся на мою карту. Поэтому погнали, вот. Как раз таки у нас сегодня гонки будут, поэтому давайте, погнали. Ну что, Эдисон, ты готов пройти на мой троллинг? Я случайно на твой троллинг перелетел. Ты сюда. Так, да. Эдисон, в общем-то, я этот троллинг строил на своем стриме. Я не знаю, получилось нормально или нет, но я тебя затроллю, Эдисон, тебе обещаю. Ой, затроллит он меня. Подожди, ничего не делай, смотри. Такова история. Ты купил себе очки виртуальной реальности. Вот они находятся, одевай их. Где? Это обычные очки. Обычные, самые обычные модные блатные очки. Нет, это очки виртуальные. Хорошо, хорошо, поверим твою сказку. Хорошо, Эдисон, хорошо. Садись за комп и включай его. Садись за комп и включай. И протестим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это типа виртуальный мир попал? Ты попал в игру Doodle Jump, короче, ты прикинь. А чё это такие? Ты вовнутрь игры. Ты не играл в Doodle Jump? Ну, что-то похоже играл, да, такое, я помню, Эдисон, ты попал в Doodle Jump, тебе нужно, как бы, понимаешь. Так нельзя, конечно, делать в Doodle Jump, но ты молодец, Эдисон, давай, забирайся все выше. Опа! Я вообще профессионал, да, как я вижу? Да, походу ты профессионал, а у тебя есть слепота на тебе, да? Да, 17 минут, это нормально? Да, это нормально. А, 17 минут. Да, ну ты еще не прошел гарту, тебе нужно прыгнуть сейчас вниз. А я спампоинт могу тут поставить? Нет, не можешь. Не получилось, Эдисон, у тебя ничего, конечно. Ты зря, конечно, зомби сюда скинул, он тебя, мне кажется, сейчас убьет. А тут ты я должен это все заново, да, проходить? Да, ты должен все заново проходить, только подожди, тогда молочко выпьем, а потом ты так не сможешь ничего пройти. Ты дурак? У меня такой вопрос, ты дурак, почему все заново? А ты молочко не выпьешь снизу? А зачем мне молочко? У тебя же, если поты уже нет, все нормально. Эдисон, так нельзя, Да в смысле нельзя? Ты хочешь, чтобы я это все заново проходил? В смысле нельзя? Давай, Эдисон. Doodle Jump как бы сложно играть, если ты не знал, сложная, очень сложная игра. Вот, тебе нужно последнее испытание. Давай, Эдисон. Давай. Как ты выжил? Ну нормально, типа вот. Да? Я выжил, все нормально. Ну ладно. Зашибись, мне понравилось. Да! Хорошо, а куда я попал? Дальше ты попал. Подожди, выпей. Стой! Молочко выпей. Так, черт, у меня глаза там не подводят. Кто там был? Шоколадничек? Ты вначале молочко выпей. Эдисон, ты попал в GTA 5. А, гетто, да, попал? Да, в гетто. Ты попал в GTA 5, как ты знаешь, в GTA 5 нужно машины красть там можно, да? Тачка, да. Тебе нужно украсть машину. Ну, конечно, вот не эту, мне кажется, на это ты вряд ли куда-то уедешь. Вот, потому что тебе нужно перепрыгнуть сюда всю штуку. Что-то знакомое. Так, хорошо. Что-то знакомое, да, давай. Что-то я уже делал такие испытания вроде. Ну, что-то я тоже такие уже делал испытания. Я первый делал. Не важно, Эдисон, давай. Тебе нужно всего лишь просто... Всего лишь поехать на машине, да, как я понимаю? Да, которая находится вот в этом гараже. И мне кажется, ну, ты,
Эдисон, давай ты тут не будешь шалить. Давай ты не будешь шалить, хорошо? Ты будешь... А! Так, хорошо. Мне кажется, что так не получится. А ну слезь, смотри, ты падла! А ну слезь! А ну слезь! Ну да, я проеду! Украл машину у бедных шоколадчиков. Так. Что я теперь делать буду? Я не могу вылезти из машины, потому что я умру. А что мне делать, Евгений? Я не знаю, Дисон, не знаю, что делать. Ты сам сюда прыгнул, как бы, ну... Вот. А что, да? Где я? Я не знаю, где ты, Дисон? Где я хорошо так колбасит? Ой, 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 ой. Не-не-не, я мне тут нормально, я тут останусь. Ну, так, хорошо, помогите! Вытащите меня отсюда, пожалуйста. Мне кажется, тебе нужно все-таки слезть отсюда. Да, Дисон, тебе нужно все-таки слезть, потому что ты плохой чувак. Плохой. Хорошо, машину. Хорошо. Вот. Эдисон, поставь вот тут вот спаунпоинт, где вот сейчас. Спасибо. Так, ты пахнешь, ты пахнешь. Вот тут спаунпоинт поставь. Я поставлю, да. Смотри, я тебе дам подсказку. У шоколадничков есть ключ, а вот от этого гаража. Вот от этого, да? Это как-то жестоко, в смысле, как мне их убить? Как мне их убить, шоколадничков? Жека, это что-то нереально на самом деле. Да, ну, может, какой-то другой способ найдешь, как их убить, там, может, как... другой способ, как их убить, откуда я знаю. Не получилось. Так. Эдисон сегодня хочет у нас всю карту, да, поломать, так где нельзя туда. Так, а что мне делать? Ты мне дай подсказки хотя бы. Эдисон, что, будешь сидеть в GTA 5 навсегда, GTA San Andreas. Все. Не работает так, не работает! Ну дай мне подсказку, что мне делать! Эдисон, мне кажется, я тебе дам подсказку. У шоколадничков есть ключ. Тебе нужно как-то убить одного из шоколадников. Так как я его убил нахрен? Ну, явно не так, как ты уже понял. Как ты уже понял, явно не так. А как? А вот ты должен. Открыть просто глаза должен, понимаешь? Глаза. Ну я вижу, что там есть кнопочка, да, вот там сверху есть кнопочка. Да. А как я туда попаду? Ну, значит, тебе нужно найти лук. Так дай мне лук. Так может ты его найдешь? Так, немножко как бы так. Открой. Ты уже был в правильном направлении, вот. Да, молодец, молодец. Все, красава. Спасибо. Так все залезть, да, ну ладно. Теперь тебе нужно попасть по этой кнопочке. На самом деле это очень сложно, я так скажу тебе. Да? Да. Ну я вижу то, что оно... Опа! Так, а где вот это? Видимо, где-то там она внутри лежит. Внутри чего? Нету, ты его нету. Какая-то какой-то странный шоколадничек, он просрал кнопку, но я просрал ключ, я вот ключ сюда выкину. А, то есть. Он у тебя был за. Ты паскуда. Давай. Все, сваливаем с гетто, давай. Опа. В смысле? Что сейчас было? Эдисон, поставь здесь спаунпоинт. Где? Так, кто меня убил? У меня такой вопрос. Даже не знаю. Эдисон, ты попал в КС-ку. Что-то уже было это все на самом деле, уже раз 30 было. Ты попал в нашу знакомую, как уже 500 раз изведанную КС-ку. Тебе нужно ее пройти, как бы ты уже умеешь, поэтому... вот, проходи КС-ку. Эх. Мать твою за ногу! Да, я тут немножко тебе помогу, потому что реально тут будет очень сложно. Да, ты что-то как-то вообще непроходимое испытание сделал. Да, конечно. Мать твою, Жека. Там у него какой стол? Нужно быть более осторожным. Понимаешь? Давай! Привет. Он на меня смотрит, мне страшно, Жек. Да? Да, мне страшно. Видишь, все проходимо. Тебе нужно идти туда. А зачем мне две карточки? У меня такой вопрос. А там карточка не второго уровня лежала? Нет, там первая дебил. Да, ну хорошо, тогда сейчас должен будешь найти второго уровня. Не, ты мне отдай. Ты сам сломал свою карту, сейчас мне отдай. В смысле, как бы я не. Она там и лежала, карточка второго уровня. Да нет, почему? Это я просто затроллил так. Да, затроллил, конечно, естественно. Так, а где выход? У меня такой вопрос. Прикольно. Не знаю, где выход, Эдисон. Я не знаю, где выход. Нет, ты не скажи, где выход. Да? Вообще не знаю. Я на самом деле тоже не знаю, Жека. Тут, наверное, да? Да, наверное, тут все-таки.
Эйсон, молодец, ты выбрался из КСК, я тебе так хочу сказать, ты выбрался, ты молодец. Конечно, ты немножко подох, но ты выбрался. Я тебя поздравляю и хочу пройти на твой троллинг. Погнали. Ты проходи, проходи. Давай, давай. Ну что, Евгений? Евгений, пошли, пошли. Вау-вау-вау-вау. Спаунпоинт, спаунпоинт. Так, ты пройдешь дальше, ты пройдешь дальше. Только тогда, когда угадаешь, куда ты попал. Вот это троллинг, я понимаю. Это что-то новое. Давай, давай, угадывай, куда ты попал. И только тогда ты пройдешь. Давай, угадывай. Так, подожди, подожди, нужно подумать. Здесь гоночные машины. Да. Все верно, все. Ну, да, гоночные. Верно, верно. Феррари, ну Поршеха, ну. Ну да, да, да. Ну, я не разбираюсь, ну, давай, 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 думай, думай, думай. Значит, мы попали, видимо, на выставку. Нет. Гоночных. Нет. Нет. На гонки, на награждение. Нет. Почему здесь куча всяких листочков? Ну а почему тут куча всяких листочков? Почему тут машины? Типа, может... А, это может магазин, про магазин нет. Машин? Нет. Это какое-то сложное задание для меня поставил. Я такого не знаю, как это делать. Вот. Я подожду, пока ты догадаешься. Подожди, Эдисон, я не могу реально сообразить. Подожди, подожди. Машина и листочки. Машина и листочки. Ага, ага. Может, завод, по-моему, производство нет, машин тут записывают? Нет, нет. Вот, вот и смотри, я могу сюда сесть и смотреть на листочки и на тебя смотреть. Чё ты там делаешь? Вот, понял? Понял? Я смотрю на тебя, ты сидишь там за компьютером, сзади меня машины, и ты мне чё-то рассказываешь. Все очень просто. Так что? Ой, я не знаю, наверное, собеседование ком-то или что? Нет, вот там, возле выхода, видишь, вот там выход, выход, вот этот чувак. А, это учитель, это учитель. А, это типа, я понял, для вождения машины, школа. Да ладно, неужели ты догадался? В общем, ура, ура. В общем, Жека, ты так, мне уже рассказывал раз два или три то, что ты хочешь сдать на права, то, что уже пора, пора, потому что типа машина да, хочет. Мне лень, да, мне тебе хочу, лень, да. Ленивый Евгений, но все же. Для того, чтобы начать сдавать на права, тебе сначала надо сдать хотя бы в Майнкрафте на права, понимаешь? Ага, ага. На права, на логику, правила дорожного движения и многое другое. Поэтому все это о, предстоит, ну да, в этой щели. Я тебя буду учить, да, да, да. Поэтому, давай. Евгений, давайте, проходите, проходите. Да, ага. Да. Это будет трасса испытаний. Ты поставил, да? Ты поставил спаунпоинт, да? Ну там на Алмазе. А, да, ну тогда держи карточку, держи. Ну вот. Могу тут поставить. Не-не-не, тут нельзя, тут нельзя. В общем, бежим налево, там будет машина. Угу. А вот потом тебе надо вот тут будет это все перепрыгнуть, это в конце. Видишь, ну, как... это изи. Изи? Да? Угу. Да, не, ну просто тут расстояние такое огромное. Ну, ничего, хорошо, хорошо. Ну, может... я разгоню, нормально. А тут ничего, не, я говорю, тут ничего нету, вот тут, посмотри, тут ничего нету, вот сюда, встань, и вот так посмотри, ты ничего ли там нету. Да я, иди в жопу! Тролль несчастный. Тут главное логика, логика в троллинге, да, логика в троллинге. Ну смотри, ты говоришь мне идти налево, так это не сменит. Да, не-не, я ничего не буду делать, я вообще честный тролль. Да, да, конечно, конечно. Я честный тролль, да. Так. Так, ты иди, уйди. Да я ничего, я с тобой вообще ничего делать не буду. Я что-то я не понимаю, а как мне на машину-то добраться? Понятно. А-а-а! Не-не-не, эти машины не работают, это просто как приветствие, это просто приветствие, их вообще не трогают. Это лобби, можно так сказать, вот. Я не понимаю, ты не понимаешь, я понимаю, что это сложно, да, это сложно, да. Но я еще раз тебе скажу, в конце тебе нужно вот тут перепрыгнуть, понимаешь? Ну в конце мне нужно, когда я буду на машине. Да, когда ты будешь на машине. Ах, ты не в жопу. А как мне туда попасть? Как тебе туда попасть? Ищи подсказки, сеньор, ищи подсказки. Я вижу какую-то кнопку, но у меня нету лука. Ну да, значит, если нет лука, значит, тебе кнопка пока не пригодится. Вижу, вот с листвой что-то связано, да? Угу. И как это с ней связано? Ага! А что с этим может связано быть? Ага, ага. Ну, типа, ага. Типа как проходить, да? Ну только я не... Да, куда не проходить? Не, Евгений. Не как проходить, а куда проходить? Вниз. Сюда? Куда-то, нет? Подожди. Типа в стенке как это должен зайти или что? Куда проходить? Листва тебе показывает. Листва показывает, показывает. Ну типа листва показывает, по каким блокам я могу ходить, правильно? Нет, листва показывает не по каким, а куда идти? Куда идти? Листва показывает, стрелочка, стрелочка, листва, стрелочка. Дебил! Тут даже нет стрелочки. Вот стрелочка, вот стрелочка, вот!
Куда она показывает идти? Ну, я сказал же, вниз, вот сюда. Да. Да. А, вот так типа. Ты то ли. Охрена себе! Вот а это... куда ты поехал? Дверь открой, гараж открой! Да подожди, я просто... Ты оцени вот это, оценил я уже? Я тебе говорю, а что это, я еще какой-то рычаг еще один нашел. Ну, в смысле? Какой-то рычаг нашел, ну ладно. В смысле рычаг нашел, где он был? Я не знаю, куда ты... А, да, он был вот здесь. Ну вот хорошо, ты читер. Ты должен подожди, был его а как поискать? Мне дальше открыть? А, может здесь вот так? Опа! Опа, поехали, давай. Ну, как бы ты задом едешь, все нормально, поехали. Это вождение, это испытание, понимаешь? То есть ты сдаешь на права, вождение задним ходом. Без бензина, нормально. Нормально такое испытание. Ты водишь машину задним, то есть задний, как бы, понимаешь? Ну, так вот всё. Мне нравится. Давай. Ты можешь нормально заворачивать? Давай. Я просто, как бы, сложно. Молодец, сейчас будет прыжок. Каждой жизни, когда сдает на права, проходит прыжок с 15 метров. Вот, давай. Полетело. Ой, опа. Ты уже не умираешь, Так, стой, стопэ, тормози! Сейчас заправлю. Машину останови, она еще тебе пригодится. Все нормально. Так, тебе тут надо... Искать, где тут фуил, топливо, да? Топливо вот тут должно быть, да, тут должно быть топливо. Не, тебе туда и вообще не надо забираться, я тебе сразу подсказываю туда. Да. Я не буду, я... Да, ты нормальный. О! Так, я нашел стрелы и лук, значит я должен буду попасть по этой кнопочке, которую я раньше заметил. Так, подожди. Я, конечно, косой. Я не знаю, как ты попал там. Эдисон, так не... Я так не делал на свой... Ну, Эдисон, реально, это так... Я так не смогу никогда в жизни попасть. Ну, хорошо, я тебе больше не буду мешать, я тебе обещаю. Да, конечно. Ну, давай, сейчас стрелы кончатся. Если бы 500 раз я не стрелял, когда ты во мне не бил. Да давай же! Опа! Наконец! Жека, тут еще что-то есть, смотри. Да где? Да конечно, тут ловушка просто, из которой я не выберусь. Да, да, да. Ты выберешься. Да! Ну иди, ну посмотри! Если не веришь, ну посмотри, смотри, ну просто посмотри. Иди сюда. Смотри. Смотри. Ты можешь забраться сюда, видишь? Ага. И я как бы не падаю. Видишь, тебе сюда надо. Да не, это не надо. Ну хорошо, если не хочешь, хорошо, можешь идти. Да, чтобы потом не жалел просто. Чтобы просто кошмары тебя ночью не мучили. Ну, то, что ты туда не пошел, то, что у меня был троллинг, вот там проход, ты туда не... Хорошо. Давай, Жека, давай. Поехали. Давай. Ой! Давай, гонки. Так, Жека, подожди. Попробуй ездить. Не. Остановись! Так, нормально. Спаунпоинт поставил? Иди сюда. Фуил, еще фуил. Не, ты иди сюда, я тебе покажу, смотри. Вот. Паркур на машине, да, то есть ты хочешь сказать? Да. Это твое финальное. Не, это твое. Не, просто серьезно. То есть я тоже на машине перепрыгнул на один круг, да? Да. Да, нормально. Да, это. В принципе, вообще не сложно. Это не сложно. Я с 10 раз 10 раз перепрыгнул. Понаставлю. Да. Это твое финальное, это твое финальное испытание. Если ты его пройдешь, то все, у тебя будут права в Майнкрафте. Не в реальной жизни, но хотя в Майнкрафте они у тебя точно будут, Евгений. Вот. Мы все, ребята, мы в него очень верим, то, что он сможет это пройти. Давай, Евгений, давай. Да, я уверен, что это нереально. Это реально. Не-не-не, я. Можно пройти финале, это не мешает проехать. Я тебе помогу. Хороший Феррари, так подожди. Нет, ты просто не умеешь водить. Так подожди, нужно как бы... Да, наставить. Давай, целься. Мы тебе не мешаем, Евгений, давай. Почему она не останавливается? Давай, ты справишься, мы в тебя все верим, давай. Поехали! Ну почти. Ну тебе почти получилось. Ну чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило, да. Так, я поставлю сразу на ровный. Так, подожди. Фуил, поехали. Давай, поехали.
А может тебе разгон надо было взять? Да, видимо, надо было. Надо, ничего, все. Ничего. Да, в следующий раз получится, в следующий раз получится. В следующий раз точно получится. В следующий раз точно. Третий раз, как говорится, прям точно будет все. Давай. Вот разгончик, да. Может отсюда. Отсюда где-то. Разгончик такой, давай. Да. Давай, поехали, давай. Поехали. Да не, нормальный как раз. Поехали. Давай. Да! Ты справился, да! Я тебе 5 просто хотел дать, Жека. Извини, я честно не хотел. Я так больше не получится сделать. Ну давай, ну... Нет, подожди. Как бы ты сдал теорию. Сейчас практика, последний раз. Да, практика. То есть меня учитель должен убить нахрен. Я тебя не убил, ты живой. Ты чё? Да, ты чё, ты чё на меня наговариваешь? Если ты живой, ты передо мной вот сейчас бегаешь, в машине сидишь. Всё, отстань. Молодец! Хорошо. Так, всё, нажимаем на кнопочку и... Где и ты? И что, я в начале карты? Нет, это означает то, что ты сдал на права, Евгений! Мы тебя поздравляем, да? Жека, ты молодец. Держи свои права. Просто пустая бумажка, но это означает то, что... Сейчас у тебя в Майнкрафте есть права. В реальной жизни, конечно, еще нету, но в Майнкрафте мне есть. Мне поможет, да, когда я буду получать права в реальной жизни? Да, не, ну при... Да. Не, вот эти права тебе точно смогут помочь. Ну, то есть ты придешь сразу туда к учителю и скажешь, типа, я в Майнкрафте сдавал на права, Эдисон меня учил, поэтому мне сразу, на халяву. А они тебя, не, подожди, они тебя в дурку точно не сдадут, они тебя поймут. Ну, хорошо. Вот, я тебя уверяю, все будет нормально. Вот, Евгений, да. А, мне кажется, на этом уже можно заканчивать, ты что там делаешь? Смотри, видите, вот твои права, вот они. Это не мои, это твои права, это твои права. Да, да. Уйди с моего места. Давай. В общем, ребят, спасибо вам огромное за просмотр. И вы знаете, что надо делать. Если вы хотите видеть следующую серию троллинга как можно скорее, то обязательно ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос и на мой, на Жекин. Наберем 15 лайков и сразу же выйдет следующая серия. И да, ребята, и также не забывайте подписываться на наш инстаграм и добавлять нас в друзья ВКонтакте, ведь там самые свежие новости. Да-да-да. Да, все ссылочки в описании. Ребята, огромное спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока. До свидания.